Камера сегодня даже не хулиганит. Второй день уже. Или хулиганит. Сейчас посмотрим. Да нет, все нормально. Ой, я не прочитала. Что-то вы хранитель, вам нужно проникнуть в особняк. Какая-то жопа. Короче. Ух ты. Экскутионер. Правильно я написала, интересно. Блин, как красиво. А вдруг это самый крутой DLC из всех? Что у меня тут творится? О, я хочу так играть. Ладно. Чтобы метка в центре была едва видна. Пускай там будет. Блин, чё ж я не прочитала? Блин, там было что-то написано про то, что мне надо будет делать. Ваша дочь находится внутри системы СТМ. Какого фига? Чтобы освободить ее, вы должны также подключиться к СТМ и ликвидировать всех остальных подопытных. Можно помедленнее писать, блин? Я сейчас все пропущу нахрен. Ваш облик в системе СТМ будет не тем, к которому вы привыкли. Но это для вашего же блага. Что за хрень? Под влиянием STEM память вашей дочери будет постепенно стираться. В конце концов, она станет одним из существ. О, нифига себе. Мы окажем вам поддержку, но вы должны действовать, пока не произошло... Чего? Лили не успеваю читать. Что за жопа? Короче, пока не произошла жопа. Да, здорово, мистерик. Сам ты волосатый, блин. Ух ты, тут вообще все по-другому. От лица играем. Как у меня братик говорит. Типа не от первого лица, а от лица он говорит. Так, что я могу делать? Ой! Момники. Ух ты! Мне это уже нравится. Круто, я могу все ломать. Так, подождите. Ой. А кружком я могу, видимо, схватить, да, кого-то? Так. Ага. Ой, это что такое было? Отсканировать, наверное, да? Блин, это все так странно. А, это ловушки. Окей.
Не, лучше я буду бить R2, наверное. Последний подопытный успешно внедрен. Это, наверное, про меня. Проведена синхронизация с сейфоголовым существом. Вы можете использовать нашу несущую частоту для поиска остаточных следов сильных эмоций. Новые директивы будут передаваться и размещаться в пространстве эксперимента. Окей. Вау! Блин, мне нравится, слушайте, вообще прикольно. Я не знаю. Я про это дополнение ничего не знаю. Я его, короче, скачала. Узнала, что оно от первого лица, и решила, что это полный отстой. Вот. И оно у меня просто было скачано. Так что сейчас все узнаем. Вау. Рубль нашла. Ну, я знала, что здесь играть за сейфоголового, но, конечно, мне было бы прикольнее от третьего лица играть. Ну, так тоже, в принципе, ничего. Вова, привет, спасибо, тоже рада тебя видеть. Слушайте, у меня, короче, экспериментальный стрим сегодня. Я, короче, узнала про сайт вот этот. Я думаю, наверное, все про него знают, одна я ни хрена не знаю. Ну, откуда я могу знать? Короче, Good Game, да, который? Вот, то, что можно как-то там синхронизировать, чтобы моя трансляция с Твича шла еще там. Я, в общем-то, это сделала, но мне почему-то ни хрена не идет. Вот я как бы чат включила здесь, да, обычный. А вот на ноутбуке у меня этот Good Game. И написано, что я офлайн. Короче, какая-то фигня. Я не пойму, как... как мне стать онлайн-то, ё-моё? Я же уже стримлю. Я туплю, короче. Ладно. Вот, я думала, что там будет тоже трансляция, но что-то ни хрена, там написано, что я офлайн. Что-то подлагивает чуть-чуть. Так, я отсюда пришла. А что делать-то надо? Молотком бить мне, конечно, очень нравится. Мне просто очень интересно, кто будет моими врагами. Еще я зачем-то умею делать вот так. А что это такое? И почему я не могу быстро бегать? Короче, у меня, как всегда, очень много вопросов. Что, как и почему? Почему я не могу быстро бегать, твою налево? О, я могу присесть. Зачем, только непонятно. Я не хочу, блин, всю игру так медленно ходить. Они специально растягивают эту игру. И вообще, почему у меня шкала здоровья? Неужели меня кто-то может убить? Я же крутой сейфоголовый. Странно. Это все очень странно. Да. Ну, в смысле, ник. Ну, я не знаю. Слушай, а ник другой, походу. Блин, слушай, я что-то туплю по-страшному. Я там сегодня зарегистрировалась, да? Вот я почту свою написала. У меня написано. Нокс Аркана, Evil Within. Только почему-то офлайн, я не помню почему. Я ник не придумывала, я только этот адрес с электронной почты писала и все. Так, это что, мой враг, что ли? Швырните врага.
Бейте противника, пока не оглушите его. Затем схватите его кнопкой кружок. А затем снова нажмите кружок. Как это? Так, бейте, пока не оглушите его, затем схватите кнопку кружок. Вау. Круто. Он умер? Нет, он не умер. Как ты выжил после этого? Да сдох. Так. А, это обучение. Бейте, пока не оглушите, затем проведите казнь. Я его не вижу. А, вон он. Сейчас попробую. Квадрат. Вау! Казнь стоящего врага. Ну да, есть на Ютубе, но он такой особо бессмысленный. Я вообще хотела там прикольно все сделать на этом Ютубе. Вот, и даже начала, но я туда просто закидываю стримы, а потом я хотела делать какие-нибудь обзоры, я даже один сделала, но я так туда и не закинула, короче. У меня вообще этот канал должен был быть для обзоров. Блин, почему мне не идет трансляция, я не понимаю. Почему у меня всегда такие проблемы с техникой? Так, ищите свою дочь. Я буду по ее следам, видимо, ходить. Я еще могу взять этот стул, оказывается. Да что такое? Так хочется все время быстрый бег нажать. Но его здесь нет. Что это за фигня? Все в какой-то слизи. О! Что я должна использовать? Оружие. Стоп. Что? Я могу прокачиваться еще? Вау. О боже, сколько тут всего. Так. Ловушка из ключей проволоки. Блин, как все сложно. Так, сколько у меня? А, у меня 7 рублей всего лишь. Я, наверное, еще ничего не могу. Ну да, я ничего даже купить не могу. Блин, они решили вообще другую... Фу! Вообще другую игру сделать. Ну да, да. Это я уже поняла. Ручище у него такое огромное. Те другие люди вообще живые или мертвые? Это сохранится, наверное. А, внутрь не дают зайти. Давайте так сохранимся. Я, кстати, даже второе дополнение, по-моему, до конца не прошла. Оно состоит из двух частей. И я только первую часть прошла, по-моему. Так, что это такое? Дневник дочери. У него, короче, дочь есть, оказывается. То есть он у нас... Сейчас мы еще проникнемся к нему жалостью. Это меня вообще прикалывает. Папа, доктор сказал, что ты придешь и спасешь меня. Когда же ты придешь?